Популярность пуховика в нашем климате не вызывает сомнения. Это как джинсы. Есть практически у всех и не в единственном экземпляре. Подлиннее, покороче, поярче или поспокойнее. Редко в течение зимы мы обходимся одной моделью. Как правильно выбрать пуховик? Я предлагаю обратить внимание на цвет. Цвет – это то, что поднимает настроение, то, что разбавляет наши хмурые серые будни и заставляет нас чаще улыбаться. Здесь есть вставка из черного меха, и сразу понятно, с чем такой пуховик можно комбинировать, то есть он отлично будет смотреться с черным, с серым, с бежевым цветом. И такой цвет, он освежит очень многие типы внешности и хорошо подойдет и блондинкам, и брюнеткам, и шатенкам. Металлизированные фактуры в моде уже не первый сезон. По прогнозам экспертов, в тенденциях это сохранится надолго. Такие пуховики замечательно будут смотреться с шерстяными брюками матовой фактуры, либо с джинсами. За счет своего блеска они уже активные, акцентные, и просто дополните их базовыми вещами, которые есть в гардеробе у каждой. Пуховик цвета горький шоколад будет великолепно смотреться с жемчужно-серым оттенком, с бежевыми оттенками, с приглушенным, пыльно-розовым. То есть не обязательно покупать такой пуховик и оставаться в темных цветах, можно добавлять и разбавлять его более светлыми цветовыми акцентами. Что же касается ухода за пуховиками, то большинство производителей рекомендуют химчистку. Есть, конечно, всевозможные приспособления, как, например, шарики и специальные гели для машинной стирки. Но практика показывает, что сохраняют свои теплые свойства именно те изделия, которые подвергались профессиональной чистке.